Благодаря проекту «Безопасные и качественные дороги» за 2021 год в Алтайском крае планировалось отремонтировать свыше 270 километров региональных трасс и магистралей и 47 километров дорог местного назначения. Среди них 13 километров трассы Алейск-Петропавловская-Смоленская. И на сегодняшний день работы ведутся с опережением. Мы изначально планировали данный участок выполнить за 2 года. Мы сделали зимнюю заготовку материала, плюс нам помогло речной флот помог, заводское материала баржами своевременно мы завезли. Ну и плюс того, что мы саккумулировали мобильные звенья, сработали, выполнили план 2021 года и смогли еще вернуться на план 2022 года на данный участок. Дорожники активно внедряют новые технологии в процесс ремонта. Одной из наиболее востребованных и практичных является регенерация старого покрытия. Его смешивают с новым щебеночным материалом и укрепляют цементной смесью. Регенерация дорожного покрытия позволяет увеличить прочность дорожной одежды, увеличить сроки службы дорожной одежды, что во временной характеристике дает нам лучшие дорожные качества на долгий период. Ремонт трассы будет идти вплоть до устойчивой нулевой температуры, после чего временно приостановится до весны. А пока погода позволяет, работы идут ежедневно. Исключением не станет даже профессиональный праздник – День дорожника, который отмечают 17 октября. Это профессиональный праздник, который нельзя отменить. Наш праздник приходит на осень. Мы на осени традиционно начинаем сдавать дороги. Всех хотел поздравить со сдачей всех участков дорог, с выполнением плана, конкретно свой филиал. Всех ветеранов, главное здоровье, ну и перспективы в планах финансирования и стабильной экономики. Финансирование и стабильная экономика действительно необходимы в дорожной сфере, ведь только на ремонт 13 километров трассы Алейск-Петропавловская-Смоленская выделено свыше 250 миллионов рублей. Общий бюджет краевого проекта «Безопасные и качественные дороги» почти 5 миллиардов. И специалисты Южного ДСУ не планируют останавливаться на достигнутом результате, ведь впереди еще много километров дорог. Артем Гусельников, Вадим Быстревский. День с толком.